Итак, теперь я делюсь. Делюсь, ага. Делюсь. Лучшее тесто для пиццы и для пирожков, собственно, для всего. Чайная ложка дрожжей. Я разогрела водичку. Сюда же я положу сахарка немножко. Короче говоря, здесь у меня столовая ложка сахара, чайная ложка соли, чайная ложка дрожжей. И столовая ложка подсолнечного масла. Все, ни яйца, ничего. Все очень быстро. Можно немножко больше, чем столовую ложку. Маслом кашу не испортишь или каслом машу не испортишь. Так, высыпаем все сюда. И выливаем вот эту тепленькую водичку. Все, поехали мешать. Перемешаем 5 минут, пожмем в руках, и пусть оно стоит, пока не поднимется. А в Америке вот так вот называется Instant Dry East. Я покупаю эти дрожжи, вот эти вот именно дрожжи в Sam's Club. Вот дело, сюда надо добавлять водичку, еще водички. И потом, если много воды уже, я буду добавлять немножко муки и так далее. Все. Вымешаю все это. Надо обязательно выложить на стол и 5 минут его сжимать. Ну, как сказать, разговаривать с ним так медленно, мягенько с ним. Вообще, дрожжевое тесто не любит сквозняков, не любит грубости, оно любит мягкий голос, оно любит мягкие прикосновения. С ним нельзя так, как с обыкновенным тестом. Его нельзя бить, его нельзя там сильно комкать, его надо с ним надо аккуратненько, нежненько, приговаривая и так далее и тому подобное. Это живые существа, которые сейчас под воздействием муки и теплой водички, и, понятное дело, моих приговариваний, моих вот таких нежных прикосновений к нему, чтобы тестечко не засыхало, потому что оно, если вы накроете ее сухой тряпочкой либо сухой салфеточкой, оно будет засыхать. Вот так, моя хорошенькая, давай стой, давай поднимайся потихонечку, а я тебе мешать не буду ни громкими звуками, ничем, буду потихонечку резать капусточку. А ты стой, вот тут отдыхай. Вот я миленько-миленько нарезаю, вот так вот, тоненько-тоненько. Я все это жарю на сильном огне, как я жарю на сильном огне картошку. Готова моя капусточка. И раскатывать. Раскатала, сейчас сюда выложу капусточку. Так, мой первый пирожочек. Итак, пошли. Первый надо уже переворачивать. Такой. Он так вкусно. О, супер. Нямки.